Тем временем в Рио прибывают и китайские спортсмены. Олимпийцы проходят акклиматизацию и тренируются в Сан-Паулу. Гостиница команды находится рядом с тренировочной базой. Принимающая сторона постаралась максимально учесть и выполнить все пожелания китайских спортсменов, начиная от условий проживания и заканчивая питанием. Сейчас в Сан-Паулу находится около 300 человек. В ближайшие дни в стан сборной прибудут команды по волейболу и бадминтону. Всего в Бразилии Китай выставит более 400 спортсменов. Всего же в сборной 711 человек. Это крупнейшая в истории страны олимпийская делегация, отправленная за рубеж. У нас отличный отель, отличная тренировочная база. У нас тут есть все, что необходимо в бытовом и тренировочном плане. К тому же нас отлично поддерживает Китайская футбольная ассоциация. Сейчас главное привыкнуть к новой обстановке в олимпийской деревне. Очень важно мягко пройти акклиматизацию. У нас помещение небольшое, но здесь есть все, что нам нужно для подготовки. Тренировки проходят под пение местных птиц. Их тут очень много, и это очень положительно сказывается на настроении спортсменов и на их общем эмоциональном состоянии.